Всем присутствуйте на канал Russian Let's Play, с вами Денчик. Это лежит Джонни Брайан. И сегодня я пишу свой второй колок. Как вы помните, первый колок, он состоялся удачно, потому что у меня был шет, качество было 300, спасибо, кто 300. И, конечно же, многие из вас не написали в комментариях. Я написал в комментариях то, что ролик говно. Сейчас я нахожусь в деревне Ленова, моего дяди. Но сегодня ночью я отъезжаю обратно в деревню Ленова, моего дяди. В общем, о чем я еще не хотел с вами поговорить. Наверное, это копейка, моего дяди. Многие интересовались деятельностью копейки моего дяди. Я вам сейчас объясню ситуацию, и остается мне всего лишь навсего не написать диплом и либо копейки моего дяди в деревне Ленова моего дяди. Почему так долго собственники не выкладывались? В марте этого марта случилось одно из печальных событий. Меня направили в центральную районную больницу и... Но это не ваша кровать, вы хотя бы на полу прилягте, пока. Пришлось прилечь мне на плитку сия учреждения и посоветовали мне поехать в деревню Ленова, моего дяди. И, собственно, те самые 5 дней, которые я провел за границей, они были вполне плохие, и спасибо персоналу, который не обеспечивал мне помощь. Я за это им очень благодарен. И я связался с главой группы КПН, это Влад, в итоге Влад позвал Влада, мы с ним решили вопрос и создали комьюнити Ленова, моего дяди. Я человек такой, который любит Ленова, моего дяди. В итоге диагноз какой, ребят? ПКПН первой степени. И, возможно, не будет у меня службы в РГЛ первой степени. По какое-то время, поскольку мне выписали ПКПН... придется делать какие-то шаги, шаги. Последний раз я выкладывал прямую трансляцию 31 декабря. И заканчиваю я этот курс. И просто нажимаете левой кнопочкой эту кнопку. Прям дрочите. Бомбит у меня. Вообще бомбит.